готовы в бой через мускулы и ямы. Все меры жадности скривила чина, подмена гимна кажется в сумерах. Составили наши своему аршину, напишут три, хватая им в уме. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, размолоти преграды, прилжиший словец, и будешь во главе, а не блестись в хвосте Евангелия. Вот единственный ответ Евангелия. Вот единственный ответ. Стои, кому никогда не снилось уменьшить тяготение земли. Таков закон, зиждите лево милость, ответственно все, что выправить могли. И нас уже стояние пред Богом, не люди грешные под нынешний момент, не дохлая мораль, не поэтичный слоган, наклон любой ответ сведет на нет. Задать Россию прямо стояние во Христе, размолоти преграды при лживейших словес, и будешь во главе, а не плестись к власти Евангелия. Вот единственный ответ Евангелия, вот единственный ответ. Но никому и никогда не снилось. Да, да, правильно. Никому никогда не снилось, мы спели же. А, да. Меньше тяготения земли. Да, нет, нет, я же уже... Да. Ты что-то пел? Да, да, я напевал все это свет. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, размолоти преграды при лживейших словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте Евангелия. Вот единственный ответ. Стоишь ты прямо. Евангелия. Вот единственный ответ. Стоишь ли прямо с Библией, сверяйся, и не склонись под чуждое ермо. Для выгоды своей шушукают царясы, интеллигенция давно шла в дерьмо. Ответ строительный на тоненьком шнуре, и по нему свой сноп поставим прямо. Ограду выправь на своем дворе, кто не стоял по смерти, примут сраму. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, размолоти преграды при лживейших словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте Евангелия. Вот единственный ответ. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, размолоти преграды при лживейших словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте Евангелия. Вот единственный ответ Евангелия. Вот единственный ответ. Это отец Павел-то как пел, я видел это, он так, Евангелие, единственное, но он, конечно, по-своему, как можно, он от сердца, плохо от сердца. Ведь вы про благовестие, так мне нравится. На, подойди, а ты же помнишь первую часть? На, помни, идет Петра Крутая. Отдыхает, воскресный день. Светит нам знакомая звезда, это наш Господь дает дорогу, Слово Божье мы везем туда, где не знают люди совсем Бога. Трое благовестников пути, а четвертый вовсе бессловесный. Ты в молитве вспомни, помяни, чтобы не мешали благовестию. Благовестие, призыв Христа проповедовать пашим заблудшим. Благовестие,
едем туда, где благовестие встречают друзья, вас поет, мы о самом земном. Дальняя дорога, краткий сон, мы в степи ночуем под охраной. Вот уж догорает наш костер, завтракать пора и ехать надо. Медлить нам теперь никак нельзя, Господи, благослови в дорогу. Наш наставник смотрит вдаль туда, Бога видит он открытым оком. Благовестие, книги дарить, этот хлеб по водам пуская. Благовестие, заповедано быть на начальника жизни взирая. Если нам Господь позволит нам, снова мы увидим ваши лица. Мы расскажем, что же было там, будет чье-то сердце часто биться. А пока молись, люби и верь, если вдруг мы все не возвратимся. В небо нам открыта Богом дверь, чтобы только вы ни в чем не усомниться. Благовестие, призыв Христа, проповедовать падшим заблудшим. Пусть дорогу освещает звезда, только ты будь всегда, брат, послушен. Благовестие, призыв Христа, проповедовать падшим заблудшим. Пусть дорогу освещает звезда, только ты будь всегда, брат, послушен. Аллилуйя! Давай сюда. Давай 50 раков пятится. Так, что сказать надо? Это а? Ты кому язык показываешь, а? Ты что, сдурела, что ли? Сдурела, что ли, совсем? Скажи, прости меня, дети. Я больше так не... Собак сфотографировал. Ну, пусть... Скажи. Проснулся, брат. За русским переводчикам хвала, они покровы сняли с тех событий, произнесли Господь о делах, все размололи и усили носитель. На русском разговорном языке хочу молиться, прославляя Бога. Я не пустынник, не монах аскет, мне хлеба, хлеба хоть совсем немного. Ты Вавилонский нам не по плечу, с мишенью языков, как раки пятимся. Я непонятный 40 лет учу под горницей и жду пятидесятницу. Евангелие на русском языке, духовно пренебесное звучание, выпирает нынешний Закхей, и бесноватого безумное мычание. Так циркулярный фарисей-статист традиции корни оберляет. По-русски ты всегда баптист, и атмосферу визгом накаляет. Плен вавилонский нам не по плечу, смешаю языков, как раки пятимся. Я непонятный 40 лет учу под горницей и жду пятидесятницу. На непонятно создается тайна, разумение вижу одного, под скорлупой ореховое питание, и в больнице, как думаешь, обои запаяны сосуд с холодной влагой, сундук закрытый, потеряли ключ, непонимающим намного с легче свалить. Сдирай, подай, выталкивай.
Орден Вавилонский нам не по плечу. Смешению языков, как раки, пятимся. Я непонятный 40 лет учу под горницей и жду 50-ницу. Дворяне, гуси по-французски отцу скрывали тайный разговор. Когда Христа был доступ сделан узким, жаргоном денег пользуется вор. Цареву тайну надо нахранить, а Господней возвещайся громко. Понятное ему он бьет в грани, а непонятное под саваном в сторонке. Я по-вавилонски нам не по плечу, смешению языков, как раки пятимся. Я непонятный 40 лет учу под горницей и жду 50-ницу. Аллилуйя, Господи. Ну что, это вспомнит 20 век. Прекрасное песнопение, да? Моя душа кипит, где-то их прям... Может быть, есть сборничек где-нибудь на полочке, который обвернутый. А, брат, ты не знаешь? Какой обвернутый? Ну, церковь свободы, тюрьма. Отсюда брать там нельзя. Не знаю. Не, можно брать и потом деньгу только заплатить. Сейчас, минуточку. Да, брат, благочестивые у тебя мнения о здешних людях. И надо же, никого нету, кто бы играл. Был Егорка, и тот ушел, а? Ну почему так нам невезуха такая? На гитаре Егорка, помнишь, он наиграл же. Нет, ушел, тоже ни с того, ни с сего. Так из этих сборников тоже можно много подчеркнуть. Вот, ну 20 век там, а? На чем вы вспомните первым? Двадцатый век здесь торжеще граждан. Свечных огарков и монеты звон. Сознание победы и репортажи к епископу доносит телефон. Идет аллюром праздничная служба. Безбожный хор снесет под купола. Что здесь, о чем, кому-то это нужно? Все новое, все прочее, все пополам. Нам половину поэта пропета, и плачут души свечи и тоска. Когда исчезнет с воздуха и света, я так давно от этого устал. Рассвет с неба благостною манной, прорвись вода из лопнувшей скалы, и выйдет проповедник из тумана, пророк восстанет из церковной плы. Жительной бумаги родниковой, из игры живоносного ручья, но тот источник золота закон. Славянью за Сургучина мечать, посольный плен молчальницы великой, что православной церковью зовется. Да может быть триумф победных криков, с печальным иконом прихожанин жмется. Развергни с неба благостною манной, прорвись вода из лопнувшей скалы, и выйдет проповедник. Восстанет из церковной мгли. Ведь течущие звуки непонятны, уходит время, как вода в песок. Я стоял, пока наняты, а настоятель в митре
дьякон как высок, из года в год ни милини, ни страха, ни продвижения по узкому пути, не видим трагедии, ни страха, как дальше жить, как Господу прийти, как дальше жить, как Господу прийти. Восстанет из церковной мглы, и выйди, проповедник, из тумана, восстань, пророк, из церковной мглы. Помоги нам, Господь. Аллилуйя. Аминь. Да. Брат. А ты не помнишь, потухли глаза амбразуры? Ну, если вдвоем, то можно вспомнить. Одна голова хорошо, две лучше. Ну, давай. Очень уж мне нравится. А ты заучил ее? А? Заучил ее песню? Ну, просто конечно. Мы поем, а она запоминается. Нет, почему я и заучивал, и я стихически говорил. Глаза амбразуры, умолк, охладев пулемет. Над полем безбрежным в небесной лазури один же воронок о мире поет. Поет о безумном желании смертных огнем злобы пламень гаси. Он жжет обличительным словом неверия, безбожье сухое, без капли росы. Миру мир, говорят миллионы, но мир не вошел в их сердца. Познайте же, люди, что весь мир с любовью дается принявшим Иисуса Христа. Познайте же, люди, что весь мир с любовью дается принявшим Христа. Помните? Я тоже. Он помнил. Вставай, церковь Соломон Корма. Он помнит молчание в страхе тому, кто... Молчание в страхе тому, кто... Дай-ка мне... Ты пока ищи, а я вот тут посмотрю. Ну, можно компьютер включить и все. А что там? Там Витя Сашенька поет. А где он там? В компьютере. Ты бы нам бы записал бы ролик. Так а я вам в Ютубе написал. 14 нет. Песен записали. Вот последние 14, а тех 20, наверное. Нам надо караоке. Караоке? Караоке, да. Ну это брат Сергий караоке создавал. Чтобы бегущая строка. Ну, есть же такая программа. Да ладно, бегущая строка, просто музыку записал. Бегущая музыка, да? Бегущая, ведущая в Царство Небесное. По бумажке запили. А то у меня руки-то как у восьминога. И голова. Ну вот. Дальше давай. Угу. Я буду подпевать, ты будешь его слышал страдания в проклятия в страхе тому, кто страдает за них, от старости дымом пропавший, а тех, кто их здесь хоронил. В стенаниях песнь жаворонка, плач сирот под гром батарей. И как лаконичный листок похоронной, плач вернет седых матерей. Миру мир, говорят миллионы,
нашел в их сердцах. Познайте же, люди, что весь мир с любовью дается принявшим Иисуса Христа. Познайте же, люди, что весь мир с любовью дается принявшим Христа. Едва лишь в Христаге огни нагорели, лишь матери только обнялись с сынами, как снова в напалме пылает Корея. Смерть дышит над джунглями в жарком Вьетнаме. И так прогорают года в Канаде, тяжелых и древним ненастье. У тех, кому Бога до смерти не надо, где ум не охватен лучом христианства. Миру мир, говорят миллионы, но мир не вошел в их сердца. Познайте же, люди, что весь мир с любовью дается принявшим Иисуса Христа. Познайте же, люди, что весь мир с любовью дается принявшим Христа. Мир, мир, говорят миллионы, но мир не вошел в их сердца. Познайте же, люди, что весь мир с любовью дается принявшим Иисуса Христа. Познайте же, люди, что весь мир с любовью дается принявшим Христа. Дается принявшим Христа. Бой, война объявлена везде. Вот, кстати, мы пели это. Когда на Ютубе она выставлена. По-моему, вчера Игнат Тихонович выставил. Да. А, ну там найди пока. Я нашел. Нашел? Да. Бой, война, бой, война объявлена везде. Пьянству бой и тунеядству бой. Все готовы высмеять, раздеть. Только не смотреть нам за собой. Раньше все буржуи пережитки, кулачья попы повсюду контора. Всех убили от своей ошибки, не нашли, не посекли под корень. Бой проигран, план твой рассекречен. Жизненный не победил себя, проклятый приговор твой вечен. Ты живой, так кайся и рыдай. Ты живой, так кайся и рыдай. Легче было Гитлера добить, чем с Антантой разом рассчитаться, чем себя отвергнуться и жить. Под Христом игом и под Растью мы боимся Адама не трона. Как боялся пращур комара, и не видим, как греха патроны угощает тех, кто друг и брат. Бой проигран, план твой рассекречен. В жизни ты не победил себя, проклятый приговор сей вечен. Ты живой, так кайся и рыдай. Ты живой, так кайся и рыдай. Бой греху безбожью атеизму, значит бой себе и сатане. Преломляясь через эту призму, ты прочтешь на каменной стене. Дни твои окончены, ты взвешен с орденами, званиями, и ты найден легче, не прощен и грешен. Оказался легче пустоты. Бой проигран, план твой рассекречен. В жизни ты не победил себя, проклятый приговор сей вечен. Ты живой, так кайся и рыдай. Ты живой, так кайся и рыдай. Твой проигран, план твой рассекречен. Жизнь ты не победил себя.
ты приговор сей вечен. Ты живой, так кайся, Ердай. Ты живой, так кайся, Ердай. Война объявлена везде. А про Мадонну теперь какая? Сектинская Мадонна? Да. Нашел? Нет еще. Как называется? Начало. По-моему, так. Так. Она идет из сына, она... прижимает. Ну, по-моему, нет, не так. Сектинская Мадонна, она так и есть. На образ сектинской Мадонны. Образ, да, правильно. Вот мы тоже ее пели на Ютубе. Но у тебя интернета нет, поэтому вот он Ютуб перед тобой. И там сидят братья. И сам ты там находишься. И потом попадешь туда. Будешь участником. Только ты попал на Ютуб. Да. На образ сектинской Мадонны. Пока ты ищешь, пробишь. Все, ты что, хорошо? Нормально. Ни в коем случае туда не пойдет. Она идет и сына прижимает, свои груди готовая отдать. Все, все со страхом понимая, что его не
несешь на муки мука небывалых, и не сказав худого ничего. Многих-многих дар напрасен. Я плачу и скорблю о вас. О, как прекрасна ты, и сын твой так прекрасен. Благоприятный день спасения час. На них вырезах открыто галерей. С тоской и болью мать выступает за грех людей, за грешных матерей. Я отдаю, и каждый распинает. Я даю, и каждый давай, дай-ка, брат, дай-ка, дорогой. Давай-ка, мы тебе. Массаж, брата дорогого. Массажик вот здесь. Вот отсюда идти, я знаю. Вот если б металлические были, слушай, как Господь тебя на сердце положил. Я бы так с металлическими не сыграл. Долго бы не играл, да? Ну тут 14 песен, Игнат Тихович, давай, ну напористо так, вперед. А с металлическими я бы тут в калошу сел бы. А эти, они мягкие, но они глуховато звучат. Но в то же время плюс, что ты если сильно ударишь где-то, она не будет где-то высыпать. Ну что, как? А с металлической, спаси Христос. Так еще. Да я еще могу песен 10 минимум. Давай. Для начала сыграть. А там для конца можно. Это вот такие струнки мягкие, да? Да, это вот брат купил. Надо же. Они мягенькие такие, хорошие. Ну с тобой же. А, ну тут бы пальцы сейчас уже. Он же со мной покупал. Поэтому похвалу на двоих разделяю. Да, говори. Да. Надо же, подожди, громкую связь включу. Говори. Я говорю, что я подумала, вот ты говоришь, с праздником. А утку-то загнали? Чё? Какую утку? Утку, которую зажали, да мы ее съели давно. Нам на троих на один раз хватило. Зажали. Тебе не утку надо, дорогая ты наша. Медведя от семинариста. Тебе духовную утку. Мир тебе от семинариста. А, пропойте песню прямо. А вот сейчас хочет. А это она? Хочешь, мы тебя поздравим сейчас с песней? Песней. Душевной. Лагерь стал степи на навозной куче. Благодаря газетам и фильмам известен во всем мире, что можно придумать шикарнее и круче, и менее строение все шире и шире. Внешне он беден, убог и неказист. Обшарен дождями, прогрызлен мешами. Отчего же боится его коммунист? Сравните дворцы их с нашими шалашами. Лагерь стан степи на навозной куче, что может быть круче?
заморили постом. За лето 15 комиссия не разбрехнули все это. Аукнется громко потом. Над мышкой высокою высится крест. На тонком воздушном шесте в небеса. При полной нагрузке 70 мест. Девчонки в платочках, а хлопчики при поясах. Лагерь там в степи. На навозной куче, что может быть круче? Йоу! Утром подъем от 5 до 6. Сон до колодца едва разгрызут. По щенячьей гимнастике позевают караси. За вчерашние провинности допросы и суд. Расправа потаенная сеткой крапивок. Смеется, а кто-то и слезу прольет. Молитве, Евангелие, колокола с переливами. Бывают артисты, болезнь весь день напролет. Лагерь сам в степи, на навозной куче. Что может быть круче? Нам есть что другим показать, не хвалясь. Строгая дисциплина, порядок и после отбоя. Работают парни как мужики, протрезвясь. После 70-летнего угара запоя. Лагерь стан наш, не будет, винят ангелы. Сколько слез покаянных, заброшенный хлеб за иголку. Много так много туда выдухных, а погаренных. Да это очень часто не толку, не проку, не толку. Лагерь стан теперь на навозной куче. Что может быть круче? А сам на характеристики выданы. Набираем домой харчи, лагерь стан в степи. На навозной куче, что может быть круче? Лагерь стан в степи. На навозной куче, что может быть круче? Лагерь стан в степи. На навозной куче, что может быть круче? Великолепный разогрев, брат, молодец. Прям шпаришь. Вы, братья, из меня какого-то Паганини сделали на гитаре. Погоняли, погоняли. Особенно позавчера Игнат Тихонович меня погонял. Отсюда и Паганини получил. Ну пока там что-нибудь смотрели. А сначала не было так. А я вот здесь сейчас. Да и неплохо тоже. Да я это все смотрю, где-то его нету здесь. Идет богоносец, смертельный Игнатий. Священный. Ой, священный Игнатий. Есть. Здесь. А, нет, не здесь она. Здесь. Идет? Он идет до сих пор еще. Через века идет. Там смотри. Идет богоносец, да. Наверное, так и называется. Она. Мы ее делали вдвоем, Саша, этот, который служит сейчас. Точно есть. Шадрин есть. Саша. Мы вдвоем с ним играли. 112. Я соло, а он ритм. Все, я нашел уже. Сразу же. Ох, она сильная песня. Но... Да, не все сильные. Давай, они сильнейшие, короче. Вперед. Идет богоносец. Богоносец священный Игнатий, конвоем солдат окружен. Родные в печали, печальные братья, толпа из детишек и жен. И все понимают, что он не виновен, а Болгам сатрапами зла. Прощально приветствую духом спокойно, на нем не повисла хула. Единым движением руки отрицает, любовью сияют глаза. И бьет супостата священным писанием,
мужеством полнится зал. Хочу быть пшеницей за правду Христову, разворот на винных зубах, пылающий факел в железных оковах, империи в будущем крах. Я жажду испить смертоносную чашу. Еще раз. Я жажду испить смертоносную чашу. Бог в моем сердце живет. Пусть звери зубами все тело распашут, страдания мне слаще, чем мед. Живу ожиданием последней минуты, Иисусу любовь покажу. Мой дух свергнет тело, томление путы, всю жизнь на алтарь возложу. Любите епископа, в церковь храните, чужим не внимайте отнюдь. Бессмертием всюду незримые нити, страданием, терпением куют. Хранитесь от ереси разных, то церковь покинет парки. А ропот на церковь страшнее заразы, не брать еретических книг. Светильники в небе промчали столетия, а львы на арене так близко. И страшно подумать, газетные сплетни в этапы отправил епископ. Тиары и митры и хор камелавок пред писарем низко склонились. Господня ревность сосуды расплавит, простит ли нас Божия милость. Я жажду испить смертоносную чашу, Бог в моем сердце живет. Пусть звери зубами все тело распашут, страдания мне слаще, чем мед. Живу ожиданием последней минуты, Иисусу любовь покажу. Мой дух свергнет тело, томление путы, всю жизнь на алтарь возложу. Идет богоносец священный. А что, Саша учился на гитаре у тебя играть, да? Да. Саша. Научился? Ося научился, который вечно зашел. Веня немножко, ну, бросил, он непостоянный. Валя, а сейчас немножко. Что? Сейчас учится. Никого, да? Лиза, ну вот, будет она, не будет ходить, от нее зависит. Мы с ней тоже на пару делали песни. На какие мы с собой? На Пасху, наверное. А что ты, Сереж, пока вот Витя здесь не учишься у него? Ты бы меня потом получил, я бы тоже может. Приезжайте, учитесь. Не мое. Бесплатно. Не твое, да? Не можешь никогда. Не идет что-то. Да, и я такой же точно. Я помню, так учился. Так хотел. Но меня, видишь, никто не поддерживал. Я там сидел один, может быть, у меня что-то получалось. А приходили все только ехидничали. Че, опять ты блин. И только один этот парень, который мне показывал, учил, он только один, Юрка, помню, Плотников. Давай, говорит, что ты, давай, тут надо, говорит, долго, много работать, ты что, думаешь, просто так. Да. А остальные все, ну и что ты, блин. Я знаешь, что хотел очень сильно сыграть? Мне очень нравилось. Помнишь этот «Город солнца»? «Под небом голубым»? Нет, «Город солнца» называется. И там идет караван по пустыням, ду-ту-тун. Верблюды устали идти в дом, пам-пам-пам-пам-пам. Но в дом заходящего солнца им никогда не войти. Ну это как бы это, перевод такой идет, там может по-другому, там по-английски же. Да, слышал эту мелодию? Не знаю. Да ты что? Там такие перезвон, там переливы такие. Там что-то 4 или 5 надо было разных. Но я, короче, зря за это сразу взялся. Надо было что-то попроще брать. Потухли глаза амбразуры. Пропели. Молодец. Иди над душем. Так, ну что, пора и честь знать. Сердцем я с братом
Ну, поеду. Ты что, едешь домой? Что, на такси опять?